Как недавно признался актер и журналист Борис Корчевников, операция по удалению опухоли мозга, которую ему несколько лет назад провели немецкие врачи, прошла с осложнениями. К счастью, новообразование не являлось злокачественным, так что телеведущий отчасти сожалеет о своем решении. С поставленным еще много лет назад диагнозом он мог спокойно прожить до старости. Вскоре после оперативного вмешательства у Корчевникова стала прогрессировать глухота, что не лучшим образом отразилось на его речи. «То, что случилось со мной, это не рак, не онкология. Опухоли много лет, я с ней жил. Она очень редкая, говорят, у одного на 100 тысяч. Операция нельзя сказать, что прошла удачно. Может быть, не стоило удалять, и с этим живут», — пояснил телеведущий. Несмотря на болезнь, шоумен продолжает эмоционально высказываться о тяжелой геополитической ситуации, выступая настоящим патриотом России. И, как выяснилось, за всеми неудачами и заявлениями журналиста без устали следит острая на язычок блондинка. Сегодня потерявшая берега Ксения Собчак прилюдно поглумилась над страдающим от последствий серьезной операции Корчевниковым. В своем микроблоге известная либералка разместила серию небольших видеороликов, на которых телеведущий запечатлен не в лучшем виде, в конвульсиях или с гримасой. Разумеется, несимпатичные кадры были вырваны из общей картины событий, но разве такие мелочи могут остановить скандальную даму? Вы, наверное, догадываетесь, что мы очень любим Бориса Корчевникова, человек он артистичный. У нас есть много любимых гифок с ним, которыми спешим поделиться и с вами. Копируем и распространяем, провозгласила неугомонная знаменитость.